Была заключительная тренировка в этом году. Постарались сделать ее веселой, в то же время, чтобы ребята поиграли. У нас не будет так много времени на подготовку к следующим матчам, и нужно было играть. Ребята получили удовольствие. Мы сами с Рустамом Фанисовичем поиграли с ними. Что дальше? Расскажите, насколько команда уходит, когда вы собираетесь, возвращаетесь? 2 числа ребята будут самостоятельно тренироваться. Мы им напишем программу для зала. А 3, 4, 5 мы тренируемся. И 6, 7 у нас уже игры со СКА Санкт-Петербурга. Не боитесь отправлять молодых ребят на отпуск? Все-таки молодые. Они молодые, но в принципе профессионалы. И сейчас еще напутствую их вместе с поздравлениями. В общем-то, мы об этом часто разговариваем, что да, праздник праздником, но есть выбранный ими спорт. Ну и заключительное ваше слово в 2016 году. Каким был этот год и что хотите пожелать в 2017? Больше, конечно, было радости. Без поражений, как говорится, не бывает побед больших. Мы познакомились с ребятами, узнали друг друга и... С хорошим настроением вступаем в Новый год. Будем добиваться поставленных целей. Хотим от всей команды поздравить наших болельщиков и руководство клуба с наступающим Новым годом. Пожелать всем, конечно же, в первую очередь крепкого здоровья, исполнения всех желаний, чтобы все у всех получилось. И больше солнечных дней, больше радости и позитива в жизни.